Приветствую вас на игровом канале, с вами Алексей, он же Crazy Life, и в сегодняшнем видосе по StarCraft мы посмотрим такую карту, как StarCraft's Mod. Надеюсь, вы видели такие смешные ролики с американского YouTube-канала, их часто размещают даже на официальном форуме, такие забавные скетчи про StarCraft, да и не только, они даже по Heroes делают, такие мультяшки. Так вот, суть этой карты заключается в том, что все юниты и вообще вся графика сделана как раз вот под мультяшную вот эту стилистику. Ну что, ребят, давайте попробуем. Я не знаю, правда, получится найти игроков или нет, но тем не менее попробуем. Начнем с протусов, ну а дальше посмотрим, там, может, за тиранов, за зергов еще сыграем. Что-то никто не заходит, я добавил искусственный интеллект. Давайте попробуем поиграть с ним. А давайте на максимум поставим. Режим карты Free for All, поэтому каждый сам за себя. Но вот она, такая вот забавная карта. Добавляем немножко рабочих. Выглядит все очень так смешно и няшно, мультяшно. Няшно-мультяшно, я аж прям в рифму заговорил. У нас получается один проход на базу. Ну что ж, хорошо, будем застраивать рампу. Пока что она находится еще в стадии разработки, поэтому очень много юнитов еще здесь отсутствует. У протосов всего лишь два типа юнитов, но я думаю, что у других раз та же самая печалька. Всего два типа юнитов доступно. Это зилы и сталкеры. И если честно, я думаю, что протосы здесь немножко в проигрышном варианте находятся, потому что законтрить собак это нужно зилы с первым грейдом на атаку, а так как нет здесь фаржи, то и первый грейд на атаку сделать нельзя. Ну а собственно, для того, чтобы законтрить маринад, нужны зилы с чаржем. А чаржа здесь тоже нету. Давайте ляпнем первый газ. Эта карта чем-то даже напоминает немножко Pony Level. Если кто играет в Diablo 3, я думаю, меня поймет. Гейт почти достроился. Отлично. И ляпаем первого зила. Кстати, нужно пилончиков еще подстроить. А то скоро supply блок. Еще двух рабочих на газ. И дальше на минералы. Вот он, первый зелок. Давайте пробежимся. Вот здесь точка респа. Сейчас посмотрим, есть там противник, нет? Так, противника нет, странно. Ну-ка. Куда бы сбегать-то еще? Давайте на вот эту точку сбегаем. Еще один зелок готов. Давайте сделаем вот так. Построим кибернетку. И построим побольше гейтов. Сейчас тут надо как бы аккуратно строить все, чтобы не перегородить. Что-то противника пока не видно. Я вроде добавлял компьютера, но никого нет. Может, здесь компьютер вообще не играет на этой карте? А, нет, смотрите, это кто такой?
Эта собачка походу бегала. Значит, где-то есть зерк. Давайте добавим сталкеров. Ищем зерга. Зергуся, ты где? А, вот же еще проход на нашу базу. Вот это поворот. Вот это я зафейлил. Может, здесь зергуся есть? А вот и зерк, кстати. Собачки, убегаем. Отходим, 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 отходим. Сейчас вместе со сталкером подеремся. Так, стопы. Сейчас подкопим немножко юнитов и вынесем этого зерга. Пустота. Это кто такой? Мои навыки. Ужас какой-то. Так, у нас рабочие все добывают, все строят, отлично. Еще два сталкера вышло. Ну что, давайте немножко зерга поднапряжем. Крадущиеся тени. Это роуч, что ли, такой? Я голос затмения. Хорошо. Вы видите, да, что происходит? Вообще так все забавно и смешно выглядит. Давайте, наверное, немножко зелов добавим и сталкеров. А вообще, по-хорошему, надо побольше гейтов добавлять. О, суплай-блок. Сейчас мы ляпнем побольше пилончиков. Давай, 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 соточку минералов мне. Забираем сталкеров. Зерк пытается отковыряться, но ничего у нее не получится. Уже очень много сталкеров у нас. Заказывает собачек. А это что такое? Пригодятся тебе. О, еще и тиран пришел. Ничего себе. Отходим. Будь по-твоему. Я сердце тьмы здесь. Отлично. Прогнали тирана. Сейчас надо добивать зерга. Я не буду служить тебе вечно. Каждый сам за себя, поэтому надо противников потихонечку минусовать. Вместе. Да чё ж ты за мной ты гонишься? Иди вон зерга убивай. Плохо, конечно, что нету грейдов. Я думаю, что в будущем будет все больше и больше юнитов добавляться на эту карту. Пока что всего лишь два типа юнитов. Давайте, может, еще пилончиков построим. Что ты предложишь? Почти добили зерга. Я голос... И последняя газилка. По идее, сюда можно даже Нексус ляпнуть. Сделаем только чуть позже это. Сейчас еще побегаем, осмотримся. Так, зелы готовы, сталкера готовы. Там, я смотрю, противник тоже не отдыхает. Мои навыки пригодятся тебе. Очень разумно. Ну что ж, хорошо. Давайте пройдемся, посмотрим. Где-то здесь должен быть поблизости еще и тиран. А вот и тиран, кстати. Тираша, тебе ничего не светит. У меня банально больше юнитов. Сыплай у тирана. Смотрите, как забавно выглядит. Пытается отбиться. Выводит рабочих. Так, добавляем еще побольше сталкеров. Казармы падают, сэплая падают. Сейчас надо ЦЦ зафокусить, чтобы он больше рабочих не строил.
Марик даже вышел. Все, тирана добили. Ну что ж, давайте ляпнем здесь Нексус. Далее. Сразу закажем сюда рабочих побольше. Здесь же закажем пилончик. Заберем вот эти войска. Ну и пойдем дальше добивать противника. Пустота холодна. Карта очень большая, еще попробую найди, что называется. Но войск у нас много, так что, я думаю, мы справимся. Ради возмездия, будь по-твоему, хорошо, я здесь, среди теней. Тут пусто. Погнали вниз. Я не буду служить тебе вечно. Так забавно они бегают все-таки. Зилы так вообще руками так щик-щик-щик махают. Крадущиеся тени. Вераку. Здесь очень пусто. Ладно, давайте вниз. Вераку. Ради возмездия. Опа, тиран. По-твоему. Заманчиво. Поднимаемся наверх, там, скорее всего, база. Ну, конечно. Вот и база тирана. Очередного. Сейчас мы быстро его разметелим. Войск у него не так много. А я думаю, что это вторая у него база. Давайте поднимемся. А, здесь нету ничего. Хорошо. Хорошо. Давайте сюда сходим. Мы крадущиеся тени. Они уже тут друг с другом подрались. Часть игроков уничтожена. Ради возмездия. Я не буду служить тебе. Вообще, наверное, зря я сюда пошел. Давайте здесь поднимемся. Очень разумно. Тут чисто. Вераку. Надо вот эту точку ради чекнуть. Возмездия. Будь по-твоему. Отходим. Надо, чтобы зилы дошли. Очень. Давайте зилы первые и за ними сталкера. Давайте сталкеров подконтролим немножко. Так, пока они дерутся, давайте сделаем следующее. Ляпнем побольше пилончиков. Значит, здесь все хорошо, закажем побольше рабочих. И закажем еще юнитов. Тут у нас все отлично, зилы сталкера справляются с противником. Давайте, наверное, ЦЦ зафокусим, чтобы рабочих не строил. Я не буду служить тебе лично. Во. И сейчас остается просто добить здание. Куда побежал? Куда побежал? Ну-ка, давайте за ним. О, он там, походу, опять ЦЦ ляпнул. По идее, уже должны написать, что он проиграл. Но он где-то, видать, там ЦЦ ляпнул. Потому что рабочий туда-сюда ходит. Сейчас мы это выясним. Конечно. А вот и ЦЦ свеженькая. Не хочет он сдаваться. Упорно не хочет. Ради возмездия. Газ еще построил. Ну какой? Все, мы с ним справились. Отправляемся дальше на поиски следующего противника. Вот, какая-то база. Хорошо. Или это сыпла от этого игрока остались. Сейчас мы это скоро узнаем.
Давайте вот этим отрядом вот сюда отправимся. Нет, смотрите, это другой уже игрок. Тот, получается, был ярко-желтый, а этот блекло-желтый. Если я правильно понял. Тут чисто. Что ты? Давайте остальные точки проверять. Еще немножко. Рабочих мы уничтожили, осталось только здание добить. Тут тоже чисто. Давайте объединим эти все две армии. Еще вон снизу база. Сейчас мы туда придем. Не вопрос. Очень разумно. Сталкера пришли. Зелы. Я. Давайте, давайте, давайте в кучу. Я. Сердце. И отправляемся сюда. Куда ты пошел? Он, наверное, пошел базу строить. Ну, какой хитрый. Мы. Так, зелы, значит, идут первыми. А за ними сталкера. О, смотрите, вот этого уже войск побольше. Но все равно ему тут ничего не светит. Зелы танкуют, а сталкера добивают. Вот и все. Ему даже уйти отсюда некуда. И это победа. Вот такая вот, ребята, карта. Больше всех у нас ресурсов. Ну что, надеюсь, ей вам понравилось. Если вас эта карта заинтересует, то обязательно поиграйте в нее. Она такая очень простенькая, забавная. Я думаю, что все-таки в будущем она будет развиваться, будут добавляться новые юниты и будет становиться все интереснее и интереснее. На этом все. Ссылка с другими видосами по StarCraft в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, общайтесь, вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.